все, когда же все, еще все готовятся, знают, все, нет, как все, не перед эфиром. Все конечно. Знают, конечно, классика отечественной журналистики, но решил просто уточнить что-то и с удивлением обнаружил, что есть еще Андрей Колесников. Помимо Андрея. Вот про него-то и мы и поговорим. Конечно. Давайте. Нет, давно пора. Удивительно, потому что вот ровно написано. И не один, между прочим. Нет, много, но вот просто есть Колесников Андрей, российский журналист-публицист. Есть Колесников Андрей, российский журналист-публицист. А хоккеист? Хоккеисты не в счет. Хоккеисты, ну, футболисты, они тоже представлены. Просто здесь же коллега вас. И прямо вот представлен ровно так же. Еще вы, у вас разница буквально в год с... Да, я, конечно, знаю о существовании Андрея Колесникова. Я с ним не знаком. Так. Так бывает, что люди в городе не встречаются всю жизнь, да? И журналисты, в общем, не исключение, да? Не, ну вы на смежные тематики. И мы вроде где-то поблизости все время, я знаю, да, об этом. Но мы никогда не встречались. То есть никогда вас... Может быть, и не надо это вообще. Нет, но не было никогда каких-то путаниц, что вам приписывали какие-то его там тезисы, слова, нет? Я гну свою линию, я Андрей Колесников. А какая линия Андрея Колесникова? Нет, я гну линию Андрея Колесникова. Да, какая это она? Моя собственная линия. Какая она, это отдельный разговор. Это, хотя, в общем, имеет право на существование. А вот другой Андрей Колесников, да, вот у меня, при том, что я к нему очень хорошо отношусь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».